God is good. Бог благ. Cynthia, God is good. Бог благ всякое время. First of all, I would like to apologize. Я хочу сейчас принести наши извинения. We have some technical faults. Из-за технических обстоятельств мы начинаем чуть позже. Yeah. But at this point, I want us to just know that God can minister to you in. Вы знаете, сейчас может Бог служить вам в это время, в этом служении. Without a complete set of your instrument, without a complete set of the choir, God can drop into your heart what He has prepared for you. He just needs your heart to be open. Вы знаете, Бог может все восполнить, что нужно в вашем сердце, просто ваше сердце должно быть открыто. I want each and every one of us in this room to just open up your inner eyes and see God. Открой сейчас свое сердце свое, глаза своего сердца и просто смотри на Бога. Let Him rain His inner glory upon you. И пусть это сойдет слава Его на тебя. Take some time. I'm going to worship Him. Начни сейчас поклоняться Господу. He alone is the one that walks through time. Он тот, кто работает во времени. He's the mighty God. Это единый Господь. By His power, Samson was able to defeat 1,000 Philistines with a jawbone. Его сила, она смогла победить 1,000 филистимлян только с одним камнем. By His power, the helpless Israelites were able to surmount an army of Pharaoh. И его сила, она смогла поразить фараона. By His power, chains are broken, eyes are opened. Его силой глаза открыты. Слепые глаза открыты. By the measure of His power, Elijah was able to defeat 400 army of Baal. Его силой Илия смог поразить 400 пророков Ваала. I want us to understand that each and every one of us in this room have the Spirit residing within us. Знаете, нам нужно понимать, нам нужно осознавать, что каждый из нас имеет эту силу, которая была в Ветхом Завете и в Новом Завете. And how great of a power when we allow ourselves to be used by God this morning. И насколько сильна эта сила, когда мы позволяем Господу двигаться в нас и позволим сейчас в это утро двигаться Господу в тебе. Just take your time and begin to behold His presence. Просто начни входить в Его святое присутствие. Behold His presence. Его присутствие. Elohim, Adonai. Он есть Иегова Ниси, Элохим, Адонай. Иегова Эль-Гибор. Иегова Эль-Гибор. Иегова Саваот. Иегова Саваот. Let us worship the King of Kings.
Thank you.
Небеса на этом месте. Аллилуйя. Аллилуйя. Thank you.
через внешний двор, входя в святой и уже проходя в святой святой. Будем вспоминать ту любовь, которая была проявлена нам, была заплачена Иисус, который есть любовь, который заплатил и доказал свою любовь нам тем, что умер за нас на кресте. Прекрасное, в себе храни, любви не горечи, а как
But I believe in the movement of the Holy Spirit. If God is talking to you here tonight or this morning, I'm telling you, He's not giving you His heart in pieces. Что Он не дает тебе свое сердце по кусочкам, Он дает тебе полное сердце, свое и свою любовь. He will never leave you nor forsake you. Он не оставит тебя, не отвергнет тебя. He's gonna walk with you. Он будет с тобой. He's gonna walk through you. Он будет действовать через тебя. And he's gonna stand by you. И Он будет стоять за тебя. Я дам тебе свое полное сердце, все свое сердце. When I say I'm in love with you, I'm in love with you, I'm in love with you. Я буду любить тебя, и тебя, тебя буду любить. I will not repent of my promises to you. Я никогда не Боже, Ты любишь нас, Господь, всем своим сердцем. You have never given your heart to pieces before. El peso de